Новые, к чертовой матери посмывала. Слышно звук бьющегося стекла оттуда. Крик каких-то там девушек. Девушки какие-то кричали. Ё-моё! Штык и парус тоже, судя по всему, леса упали, потому что очень сильный был металлический скрежет. Все, телефон залил весь. Перекрытые дороги Симферополя и Евпатории. Сейчас находится наш корреспондент Анна Цыпаева. Она выходит на прямую связь со студией. Анна, здравствуй. Расскажи, как обстановка? Движение транспорта на трассе Симферополь-Саки и Евпатория полностью перекрыта. Схема объезда опубликована на сайте Министерства транспорта Республики. Ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД. И вот возле меня автомобиль МЧС. Кстати, сотрудники МЧС уже эвакуировали жителей с улицы Симферопольской Евпатории. И сейчас направляются туда для ликвидации последствий и для эвакуации жителей. Также штормовая погода, пик ее придется с 9 часов вечера до 12 часов ночи. Как говорят в МЧС, что волны достигают 9 метров. От поездных рекомендуют полностью воздержаться, особенно автомобилям, у которых маленький клиренс, потому что это попросту небезопасно.